I'm bad. I'm really, really bad. Такие сидят. Так когда ж мне уже одежду нормальную дадут? Давай, осмотримся с тобой. Who's bad? Вижу человека. Ага, азимут? В городе на 280. Принято. Прямо в церкви бежит в полном. Вижу. А, охотник. Два охотника. Два даже. Наши, Джек, походу. Топят куда-то, смотри. Вообще не останавливаюсь. Давай за ними туда. Они в лес сейчас побегут. Вдоль дороги бегут, вниз на юг. Давай за мной. Оружие убираю? Да-да, на пятерочках пошли. Сейчас мы это... Сейчас мы все это быстренько. Не отставай только. Угу. Бегут вдоль проселков куда-то. Сейчас мы их тут, ну это самое, стопорнем. В Могилевку шли по дороге. Ух, у меня как фризануло. Да, короче, в любом случае быстрее меня прибежишь. Как бы я сейчас не спешу. Метров 50 я сдаю. Я вижу их обоих. Они оба пошли в поле. Бегаю сейчас на поле. Один пошел направо, на север, другой на... Оба пошли на север. В сторону старого. Завернул к ним. Теперь на юг бежит. Один. Сел посреди поля. Второй за ним. Азимут 280 бегут с поля. Да, дальше все, дороги все, на юг. Теперь вижу, теперь вижу. По-моему, один на нас посмотрел. Серьезно? Вижу, он там сидит, что-то один сидит. Смотрит. Но он же не на нас смотрит, он в лес смотрит. Тот, который бежал, корпус на нас повернул, а потом снова в бок побежал. Пошла шмальба, они с кем-то зачехлились. Угу. По ним бьют снайперы. Но они типа гении, чё, по полю бежать. Так мы сейчас то же самое сделали. Нет, я по лесхозе бегу. Ну давай. Можно сейчас подождать чем-то. Пытаюсь в лесочек посмотреть, но... Вижу, один бежит. Вижу снайпера, вижу снайпера. Один в нашу сторону, охотник, я его сейчас буду щелкать. Вижу снайпера, в зеленых елках сидит на 280 ровно. Принято, расстояние. Расстояние метров 300-400, может. Понял, давай, иди к нему по лесу, я тут встал пока. Угу. Мне снайпера болит или... Я просто не видел, в чем он. У меня пошел замес. Я сам не знаю, кто такой снайпер. Снайпер сидел прям в самом начале леса, то есть самая ближняя точка к этим двум пацанам. Так, отступаю в твою сторону. Зелень с елками, вот там он был. Сейчас медленно с тобой вместе поиграем. Вижу один трупешник охотника. У меня, кстати, на пушке 300 метров стоит и не убавляется. Понял, это потому что, наверное, кок какой-нибудь. Угу. Там же есть планки. Второй прям подо мной. Угу. Один готов. А, пойду залутаю его. Где мой третий уровень? Отлично, он уже на мне, Джек. Теперь давай медленно. Мы хозяева положения, у нас все хорошо, у них все плохо. Не факт, что это охотники не перестреливались с охотниками, ты же понимаешь. А, да. У них вообще ничего святого. Чекаю. Бля. Чё? Bad Company, Soap McTavish какой-то.
У него блэкаут. И магазины на блэкаут. А у меня есть хорошая оптика. Еду приберу. Бля, что же он так на меня не везет? Так, есть у меня хороший ствол и хороший прицел теперь. Так, сейчас я еще раз зачекаю, что там дело. Ну я смотрю, что если вдруг кто-то пошевелится в твою сторону. Я понял тебя. Давай ко мне, Джек, отсасывайся потихоньку. Сейчас я пойдем через южную часть леса, понял? В глубинку уйдем. Нормально, хорошо контролим пока всю ситуацию. Вот тут мне операцию сейчас провернешь, вот в этой вот чаще. Давай. Так. Есть perform operation? Да, делается. Видишь, надо было, что-то мы не додумали. О, брат! Вот теперь поговорим. Стал вообще другим человеком. Это хорошо. Вот в этом лесу справа от нас он был. Угу. Я тебя понял. По кромке иди и смотри под каждую елку. Я 10 метров за тобой, спину смотрю. Понял. Но он был, получается, позади теперь нас, вот там, где лес начинался, он сидел в той елке. Угу. Ну вот и пойдем. Или давай я пойду первый, а ты за мной. Как тебе такое? Как хочешь. Давай я за тобой пойду. Хорошо. Смотри тогда на поле перед нами. Ой-ой-ой, а это ты. Это я. А я буду перед собой смотреть тогда. Спереди удара не бойся. Бойся удара вот с поля, со спины. А я буду передом заниматься. Идем со стороны леса. Что-то едет на нас с севера. Охотники внутри, внутри бандиты. Внутри бандиты. Машина остановилась? Не знаю. Да. Пошла заваруха, Джек. Перед нами 300 азимут. Там, блядь, полный состав, нахуй. Один есть. Там еще трое. В деревьях прям сидят. Второй есть, у меня мало пуль. Ты. Уложил одного, лежит прям в этом елке. Подранил его жестко. Мало пуль. Одного убил? Я, по-моему, только подранил одного. Хуёво. Лежит прям в елочке. Боезапасы вот вообще ужасны. Так, еще одно. Хорош. Я почти пустой, два патрона. Беру пистолет. Ты убил или нет, Джек, это очень важно. Подранил. Очков не дали. Голова? Он был с пистолетом, лежал прямо у дерева. Черная бандана на маске. Блять. По-разному. Да, почекай очки. Обнови очки, проверь. Быстро скажи. Прибавилось, да? Четыре трупа, Джек. Это ты. Сука. Да. Машины наши. Остальное не важно. Джек, мы победили. Хорошо. Я хочу залутать. Я слишком жадный или нет? Все, Джек, мы их реально выебали. Красиво вообще. Красиво, Григорий. Вообще красиво. Слова не могу плохого сказать.
Вообще очень хорошо, Джек, очень. Я серьезно. Две зеленых елки прям слева от машины через дорогу, там лежат два трупа. Возможно, три. Я тебя понял. Еще один вообще с голыми ногами у меня. Да-да-да, это я видел, я убил этого с голыми ногами. Ага, ага. Джек, вообще хорошо, я сейчас быстро лутаюсь, загружаюсь и едем. Вообще хорошо. Ну, получается, я его убил, но очков мне не... Ну, типа, дали постфактум. Я понял, красава. Ты вроде одного замочил. Да, и прямо сейчас два бомжа бегут, короче, там, где я появился. А я появился у горы огромной. Ну, короче, у маяка. Причем два чувака, по-моему, они уже с оружием бегут. Этот пустой. Что, Джек, за пушка у тебя была? SXS какой-то, что-то там, спекопс. О, это вообще кайф. Слушай, у меня было 11 патронов, и я их потратил все. Джек, ты становишься уже бойцом будущего. У тебя все слишком хорошо выходит, чтобы быть правдой. Чувак, мне кажется, нет. А они тут сами при стволах поехали. Там в машине полный состав, я зря смотрел. Тебя не лутают, Джек. Два чувака в балаклавах с топорами. Нормально? Это свои или что? Это охотники. А, ну вот они за мной с топором один бежит. Он. Нет, Джек, не могу тебя бросить. Ты где появился? А, у маяка, где гора, короче, огромная, не доходя до, по-моему, электро. Понял, на север давай, я тебя заберу на машинке. Ну они прям за мной бегут, а один с топором, другой типа с голыми руками. Два бандита. Они прям хотят тебя? Один другого убил. Который бежал без оружия. Ничего святого, да? Вообще. А я сейчас не могу на север бежать, потому что в горку будет. И если я побегу в горку, то буду очень медленно идти. Я хочу просто скрыться вот от этого, который убил своего типа друга, наверное, не знаю. Лол. Поворачиваюсь назад, чувак бежит с топором за мной, а сзади к нему бежит другой, достает топор, короче, и в один удар роняет. Садись. Приехал такой. Чего? Вообще из ниоткуда просто. Ствол в машине. А, понял. С патронами. Надеюсь, я не выпрыгну. Так, мне какой брать, М4? Магазин игршуз.про. Дешевые ключи для элитных ребят. За качество отвечаю. Все ссылки можно найти в описании под видео.